Far Cry у нас продолжается, и я решила немного пойти по другим персонажам. Это у нас члены отряда, которых мы можем брать с собой. Кармина у нас есть. Не знаю, кто там еще. Вот. Это, в общем, не специалисты, которые нам необходимы для базы процветания, а именно те, кого можно позвать с собой в отряд. Ну и, соответственно, точно так же, как и в Far Cry 5, здесь у нас тоже в нашем отряде могут быть животные. В прошлый раз у нас был бургер, это медведь, пума и собака тоже. Я не помню уже, как их зовут, помню только бургером. Ну, почему-то он мне запомнился. Или чизбургер, чизбургер. Не бургер, а не просто бургер, а именно чизбургер, по-моему, так. Так, ну очень хорошо они мне, кстати, попались. Вот, поедем, как раз доберемся до туда на этой машине. Хотя долго будем ехать. Но... Так, нет, стоп. Стоп, стоп, стоп. Мне нужны вот эти вот. Выходи, выходи. Они должны были меня заметить и развернуться, ага. Вот так вот. Вот возьму их мопед. На нем быстрее и лучше добраться, чем на машине. Хотя не так уж и далеко ехать, но все равно. Всего-то 700 с лишним метров. Так. Небо здесь красивое, типа северное сияние. Так, а вы кто? Вам мне должен какое-то сюжетное задание сказать, или по поводу вот этого? Все еще не теряет хватки. Говорят, ей нужна помощь. Она пытается... А, нет, это он говорит про Грейс. Ты найдешь ее на старой ферме Санрайз. Я поняла. Это он, да, он мне дает сюжетное задание, но это для специалистов, которые нужны для базы процветания. Но Грейс Армстронг, по-моему, так ее... Они стырили мой мопед? Ах, вы негодяи. Я понимаю, что мирных нельзя убивать, гражданских, вернее. Местных жителей. Но они украли мой мопед. Так нехорошо, так не делают. Я на нем приехала. Я его и искала, блин, где я его оставила, когда разговаривала с этим типом. А они, короче, взяли, просто сели на него и уехали. Нельзя брать, что принадлежит не вам. Поэтому вы платили за это. Я понимаю, да, это довольно жестоко, но, блин. Пешком мне неохота сюда бежать, поэтому... Так, ладно. Смотрим, что у нас. Клетки. Собаки. Они, скорее всего, здесь держат собак. Человек, псу, волк. Так. Да, я понимаю, что мне надо найти собаку. Там мешочек какой-то. Там что-нибудь вкусненькое будет. Надеюсь. Зажигательная стрела. Ну, да, типа... А вот не могу, да? Я, в принципе, нахожусь близко к этому. Но чтобы забрать через решетку, не могу. Зачем они держат здесь собак? Они их едят, что ли? Я
Где они говорят? А-а-а. Блин, мне кажется, что они действительно едят собак. Пожалуй, лучше сначала наточу нож. Блин, эпический чувак. Стреляй ему в голову, мы промазали. Как печально. Ну ладно, хотя бы собак, блин, а не людей. А то что-то, знаете, слишком много стало людоедов в играх, каннибалов. И это, честно говоря, не ай совершенно. Но и собак-то тоже не камильфо кушать. Так, не забудь, не вздумай есть ретривера. Ты скормил ему хренотонну отравы, чтобы он выблевал ключ. Ужас какой. Не тупи, лучше поймай себе другую собаку. А чё, здесь типа есть совершенно нечего, да? И надо есть собак? Изысканное мясо? Видите, какой лапочка. Собака же друг человека, как ее можно есть? Ну, ладно, не мне судить, у меня просто другие взгляды. Знаете, чего хочет собака? Есть она, наверное, хочет или пить. Что-нибудь такое. Или в туалет. Или выгулить ее надо. Но она лает. Она куда-то зовет, по ходу дела. Угу. Ну ладно. Так, она меня реально куда-то ведет, но... Угу. Хочешь, чтобы я туда зашла? Так, сейчас... Нет, здесь мы не заберемся. Так, интересно, может где-нибудь пролезть можно? Но поверху я здесь не пройду. Можно, конечно, попробовать, но... Нет, он не перескакивает. Так. Блин, как всегда, начинаешь немного потоплять. А, может... Угу. Деревяшки можно было разломать. Хорошо, и что ты мне предлагаешь? Ну, я забрался сюда. Так. Угу. Значит, мне надо... А, все, вижу. Вижу, вижу. Иду. Куда ж ты мне ведешь, интересно? Так. Угу. Кое-что я туда прошла. Узнайте, чего хочет собака. Так, она здесь, ладно. Угу. А-а-а, ключик. Жалко тебя, песик. Я поняла. Она хочет, чтобы мы освободили тех собак, которые были рядом с ней в клетках. Но дело в том, что я, по-моему, могла взломать эти замки и используя свое умение, которое выучила. Но по заданию, скорее всего, это не прокатило бы, потому что надо найти ключ, вернее, узнать, чего хочет собака. Она меня вела к ключу для того, чтобы освободить вот этих бедных песиков. Погладьте собаку. Ну, иди сюда, дружочек. Так меня называли, конечно, но будем называть так и тебя. Завершено. И... Тимбер. Теперь у нас входит... в состав нашего отряда. Окай.
А, если они умирают, мне надо их еще и оживлять. Нифига себе, потому что Кармин у нас один раз уже погибла. Разбежались ваши собаки, не будет у вас сегодня чудесного пира, негодяи. А почему нельзя кабана поймать? Здесь полно диких кабанов. Ловите кабанов и ешьте кабанов. Нет, надо есть собак. Короче, мы этот телепортнулись на базу. Идти вперед несложно, но надо приложить усилия. Что ты мне скажешь, Когда Томас? Когда я строил поселение на Западе, Хорош. Я всегда привлекал к делу нужных людей. Именно от них, специалистов, зависит развитие нашего дома. Без них, да, я знаю. Я их уже добыла несколько. Трудятся на славу. Думаю, пора начать развивать процветание. Знаешь что, Кэп? Я горжусь тобой и поручаю это тебе. И поручаю это тебе. Спасибо. Этим ты должен заниматься. Для этого тебя, Раш, искали и спасали с того поезда. Вообще тебя спасали из лап этих рейдеров и близняшек. А ты это поручаешь все мне. Ну, короче, я сейчас пока не буду заморачиваться развитием этого процветания, а потом как-нибудь в следующей серии, может быть.